Итак, ребятки, я снова всех приветствую, мы продолжаем прохождение. Итак, какая же нас операция ожидает? А нас именно ожидает операция, а не сюжетное прохождение, но как бы то ни было. Давайте посмотрим, что у нас здесь в списке. Нужно пройти две любых. Отправьтесь на операцию без тяжелой пехоты. Ваши бойцы не могут использовать гранаты и неконтактные мины, но so-so. Так, соберите все ящики. Ваши бойцы получают плюс 20 к дальности перемещения. Звучит вполне себе. Задействуйте одного или более разведчиков. Подавляя цель, снайпер уменьшает ее уклонение на 100%. Такое ощущение, что тут для нас сделано. Хотя, может быть, снайпер-то и вражеский получает такие преимущества. Кто знает, кто знает. Ну, я думаю, вот это мы сделаем. Это выглядит, в принципе, достаточно просто. Ага. Соберите все ящики. Ну, хороший стек. Я думаю, что с таким можно остаться. Так, Деза возьму. И женщину-снайпера. Хороший стек должен быть. Погнали. Our scouts have a beat on valuable gear located nearby, but the grubs have a beat on it too. Snag the cases and watch. Наши разведчики нашли ценное снаряжение неподалеку, но его заметили и личинки. Заберите ящики и не суетесь под бомбы. Но вроде бы все достаточно просто. Погнали. Ща мы тут быстренько. Ага, ну это знакомая уже тема нам, как у нас будут прямо под жопой бомбежка идти. Пофиг нам бомбы, главное забрать снаряжение, бегом. 4-5 ящиков. Представление начинается. Или ее лучше отправить, просто я ей смогу тогда дать еще ход, если что. Угу. Врагов пока нету. Ага. Как назло здесь. Блин, еще и взрывчатые пацаны здесь. Так, смотрим, насколько поле боя продвигается. Продвигается оно стремительно. Надо было двух гранатометчиков мне брать. Yep. Not today, grub. Yep. Ну, давай попробуем. Шикарно. Можно было вот этой первой кровью по нему бомбить. Так бы крита больше дали. Так, смотрим. Дробовик. Ага, дробовик. Офигеть. Нормально, он ей почти все здоровье высек. Возможно, даже переигрывать придется. Time to get to work. Ага, мы его не запилим. Да, судя по всему. Yep. Now then. Back in business.
Так, ну допустим. Мимо него я не пройду. Никак. Who wants to kill some grubs? Он просто может не выдержать потом последующую атаку. Ну попробуем. Должен выдержать. Класс. Нам явно здесь снайпер лишний, судя по всему. Но можно, конечно, попробовать этим стеком что-нибудь навратить тут. Давайте попробуем еще раз. Our scouts have a beat on valuable gear located nearby, but the grubs have a beat on it too. Snag the cases and watch. Начали за здравие, конечно, закончили за упокой. Nobody lag behind now. Grab that equipment. Let's show them what we've got. Found some salvage. Ой-ой-ой, как неправильно-то я сходил. Ну ладно. On the move. Ну сейчас по нему просто все стрелять могут начать. Ага, сейчас они здесь высадились. Last area is moving up. Here. Как лучше сделать там? Так, ну вот этим я обязательно воспользуюсь. Ага, так ты не убьешь эту тварину. 63, а если не убьет? Мало, не хватит ходов мне. Ладно, рискнем, может, с одного раза. Если нет, то нам хана. Угу. Сейчас они подбегут к ней и из дробовика зарядят. Промахнись! Офигеть, он промазал. Вот это да. Он не выстрелил? Ничего себе. Офигеть. Ну вы лошары. Ах, блин, он все-таки попал. Okay. Let's get tactical. Ah!
Надо было вот этого распиливать. Ну, ладно. 44, мало. Так, нам срочно нужны ходы. Так, тебя... Тебя нужно только выводить. Давай вот сюда беги. Да не туда! Блин, а... Сорок два. Охренеть, вот это удача. Down you go. Moving out. Прям вообще на границе. Но сундук мы выкружили. Equipment secured. Блин, вот прям вообще ходим, нас поджимает постоянно. Что вы дали? Time to get to work. Yeah, I'm on it. Так, ясно. Это не сложно, была бы граната. Гранаты-то у нас нету, два хода до перезарядки вроде бы. Да ёптать. Контрольная точка, это замечательный. Да, по количеству ходов для гранаты я угадал. Надо было с пистолетом идти и ставить на отстрел. Только так мы сможем выжить. В противном случае они подойдут так близко, что нам просто хана. Так, вот здесь прям достаточно безопасно, я считаю. Yep, we're covered. Okay, now. Да, было бы неплохо. И при этом ты его не убьешь, огонь. Так, ну ладно, один есть. Да чтоб тебя. Я его не зарежу, к сожалению, никак. Если они меня двое атакуют, это вообще будет полная жесть. Мне надо еще до этого сундука как-то добежать. Yep. Ныкайся хотя бы тут, блин.
Живем. Охуеть, это снайпер. Офигеть. Два жирнющих снайпера. Showtime, people. With prejudice. Ideas? Who's next? С одной стороны, я могу попытаться дать ход ей. Right. Очень рискованно, придется его бежать оживлять, наверное. Подавление, да? Да нет! Да нет! Охренеть! Так, план следующий. Сбить... Черт, не получится. Я только высунусь, сразу по шляпе получу. И что делать? Двоих я снесу. Ну, допустим. Мне бы арбалет, конечно, того товарища не помешал. Я могу, по сути, прибежать сюда. Встать здесь. Попытаться выжить, бросив гранату. Но если меня все трое атакуют, то это конец. Это конец. Let's do it. Был бы у него крик, я бы сейчас крикнул, и этот бы от меня отстал. Короче, может попробовать рискнуть, взять и побежать сюда. А, мы не сможем, у нас все три хода на этого идут. И скорее всего он нас кританет, и мы отъедем. Да. Нас кританули, и мы отъехали. Возврат в текущую контрольную точку. Понятно. Our scouts have a beat on valuable gear located nearby. But the grubs have a beat on it too. Snag the cases and watch those bombs. A few bombs can't stop us! Grab those cases! На этот раз он его не убил. Класс. Вот сейчас бы гранатки нам пригодились. Advancing. I'm here. Пробуем таким же макаром выкрутиться. Got it covered. Game time, people! Можно, кстати, было как сделать? Сюда перебежать и встать в наблюдение от этих двух товарищей. Охуеть. Ну и второй сейчас шмальнет.
Офигеть. Эти два снайпера мне вообще костью в горле стоят. Убей его уж, постарайся. Понятно. Ну, видимо, нам хана. Да, бери меня в прицел полностью. И второй меня? Или они оба в разных моих... Ох, ничего вы даете. Жесть. Угу, да без шансов. Я слишком мало продвинулся вперед. Our scouts have a beat on valuable gear located nearby, but the grubs have a beat on it too. Snag the cases and watch those bombs. Пробуем еще раз. Grab those cases and stay clear of the blast zone. Пробуем по-другому тогда. On the move. Этих мы гранатой вырубаем. Ага, которой у меня нету. Заебись. Блин, мне все равно в ту сторону как-то двигать надо, а? Drop one. Мне один ящик туда, один сюда нужен. Мне тут надеяться только на криты, которые подряд пойдут. Понятно. Офигеть. Каждый по удару и все. Плюс десант сейчас еще подъедет. Огонь. Ситуация хуже некуда. Okay. Судя по всему, это обсёр. Это смерть. Я так чисто скорее просто оттягиваю неизбежное. Может добежать до этих снайперов, попробовать. До снайперов я вряд ли, конечно, добегу, они меня по пути покромсают. Right.
достанет, как нифиг делать, а. Ну, походу мы обосрались. Однозначно. Чё? Хера себе, двоих! Вот это да. Ничего себе, меня там ни один не видит. Блин, а вот это сейчас было более чем удачно. Прям маневр заебись был. Ну так, тогда я попробую сюда. И также перестрахуемся. Эх, крит бы. Нет, только не бери, не бери, не бери. Я дурак. Objective in visual range. Making a mess here. Допустим. Допустим. Допустим, один ход взять и эту штуку, бросить гранату и пробежать дальше. По-моему, идеальный сценарий вырисовывается. Офигеть, вот еле-еле она вылазит. Такс. За два хода я его могу убить. Ammo's low. Добивать я его не буду. Мне нужно к ящику бежать. Тебе тоже нужно вырваться хоть куда-то. Она должна перенести удар его, по сути. Так, ох, он по его душу пошел. Странно, странно, но хотя... Блин, вот он меня подставил-то, а. Пиздец. Офигеть, как он меня жестко подставил. Так, я знаю, что такое канает. Нет, он не дотягивается. Блин, вот это план нам зафейлили, а. Охренеть. Ну, попробуем. Офигеть! Но она не добегает, и мы погибаем. Только из-за того, что меня этот ублюдок отбросил, и все.
нам хана. А он бежит еще туда. Ха, может он выживет, однако. Офигеть, она выжила! А он не выжил. Блин! Черт, вот это противостояние. В теории он может доползти туда, но зачтут ли? Давай, пожалуйста, зачтите! А если он подползет, она его оживить сможет. Офигеть, мы выиграли! Нас просто выебали на этом уровне. Просто нещадно. Жесть. Я в шоке вообще. Вот это замес. Ё-моё. Я все еще вообще просто даже переварить не могу, как мне случайно вкатило. Шесть наград, ничего себе. Воу-воу. Так, сделав выстрел, этот боец может выстрелить еще раз. А, у него уже используется эта штука, ее еще можно кому-нибудь впаять. Так, уклонение и стабилизаторы. Меткость выстрела увеличивается. Неплохо, неплохо. Так, ну ладно, допустим. На следующую миссию мы уже, наверное, стек будем в режиме онлайн собирать. Так что давайте мы сейчас на этом закончим и продолжим уже в следующей серии. Я благодарю всех за просмотр. Всем до встречи и пока-пока.